Всем ахайо! Сегодня я хочу рассказать, что делать, если у вас не хочет, смотрите, то есть у вас не хочет загружаться приложение, то есть обновляться не хочет, это да. А вы его удалили, как, например, этот ключик, вот этот вот ключик. И вы не знаете, что делать. Он не загружается аж две недели или даже 2 дня. Что же с этим делать, спросите вы. Походу, Google Play Market... Ой, господи. Play Market заблокировали. Ну, давайте исправим это. Выходим из Play Market. Открываем наш любимый Google. Кстати, я оттуда скачиваю приложение. Смотрите. Вот, вы пишете вот это вот. Вот. Ой, я нечаянно скриншот сделала. Ну, ничего страшного. Давайте вы там напишите, чтобы я подождала вас. Для Ютуба и ТикТока. Так. Скачать версию для Андроида. Нажимаете. И вот это скачать. Вы скачиваете его. То есть на зелененькое нажимаете. Снова, да. Подробнее. Нажимаете подробнее. Тут у вас загрузка идет. Но вы ее не удаляете. Это я просто так удалила, ведь мне не нужен снова еще один этот. Потом вы видите вот это вот. То есть оно у вас, когда загрузится, оно хочет, чтобы вы его обновили. И все, и у вас оно обновлено. Заходите, тут у вас идет загрузочка. Есть еще один такой же ключик. Но я использую вот этот вот теперь. Он тут зелененький такой. Я люблю зелененький цвет. Да, и вот видите, сейчас я вам покажу, на что он работает. Надеюсь, он будет работать. Давайте вбьем в поисках Мику. Мика Кит. Мика Кит. Вот. Как вы видите... Тут у нас куча... видео. Походу, Мико Кит взломали, а может быть... Нет, походу, реально взломали. Ну, а также... Ну, знаете, я даже не знаю. Ну, короче, ее взломали, а видео показывают. Следующее. Если у вас закрыли YouTube, то есть заблокировали уже, а у кого-то еле как грузит, то сейчас вы увидите чудо. Бля. Чё? Ну, короче, вы сами видите то, что он уже начинает у вас работать. Он никак не может там загружаться. Воспользуйтесь этим ключиком, чем этим ключиком, который я вам показывала почти в начале. Ну а всем пока, если я вам помогла, ставьте лайки и подписывайтесь!